Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как в режиме онлайн можно узнать погоду на региональных и федеральных трассах России. Для чего вообще это нужно? Это особенно актуально бывает зимой, то есть частенько перед выездом ты не знаешь, какая погода, какие метеоусловия сложились на трассе в том регионе, куда ты направляешься. То есть зимой очень часто на трассах бывает гололедица, метель, сильный ветер, ухудшение видимости, туман и прочие неблагоприятные погодные условия. В таких условиях иногда безопаснее даже отложить поездку, чем потом попасть в аварию, либо стоять где-то в пробке из-за затруднения движения. У нас в этом году в Татарстане погода зимой довольно-таки капризная сложилась. Практически каждую неделю трассы заметает. То есть периодически даже вводятся ограничения на проезд пассажирских автобусов, автомобилей такси и грузовиков. Соответственно, перед выездом будет не лишним проверить данную информацию и уточнить, какая же погода сейчас в данный момент в том или ином регионе, чтобы быть уверенным в безопасности. Для того, чтобы узнать погоду на трассах в режиме онлайн, жители Татарстана могут зайти на сайт гидрометцентра Татарстана. То есть возле всех крупных населенных пунктов, на трассах, на автодорогах, есть метеостанции, то есть метеостанции, получается, мониторят состояние погоды в текущий момент. Сейчас покажу, как это выглядит на примере гидрометцентра Татарстана. То есть вот она по ссылке открывается, интерактивная карта метеоданных по Казани и Республике Татарстан. Сейчас она загрузится, покажу, как с этим работать. Вот она загрузилась, вот эти вот все точки, это синие — это метеостанции, зеленые — это метеокомплексы. Соответственно, вот я живу в Набережных Челнах. Выбираю ближайший мне пункт. Вот, к примеру, Елабуга. То есть это получается у нас Набережные Челны и Елабуга. Они соединены участком трассы М7 Москва-Уфа. Выбираю ближайшую точку. И вот здесь отображаются данные. То есть данные на 9 февраля на 15:20. То есть буквально минуту назад они обновлены. Что здесь можно увидеть? Скорость ветра 2,6 метра в секунду, направление ветра указывается, облачность, то есть солнечно, там облачно, либо какие-то осадки, если есть, здесь отображается в виде пиктограммы. Температура воздуха минус 18, в это я охотно верю, пока это видео я снимал, уже замерз, то есть машина прямо на глазах остывает. Атмосферное давление, влажность, ну, в принципе, давление и влажность не так сильно важно. То есть самое важное как раз вот скорость ветра, осадки и температура. То есть понятно, если там сильный ветер и здесь мы видим снег, то это по-любому будет метель, будет ухудшение видимости. То есть вот так вот можно посмотреть. Можно выбрать другой, вот, к примеру, Мамадыш, тоже это на трассе М7. То есть здесь уже чуть холоднее, минус 20 градусов, направление ветра другое. Ну, то есть принцип понятен. Вот так можно посмотреть. Это показывает все это на территории Татарстана. То есть, если вы планируете передвижение между городами Татарстана, можно использовать эти данные. Если же вы проживаете в каком-то другом регионе, либо из Татарстана планируете ехать как раз-таки в другой субъект РФ, то аналогичную информацию можно посмотреть на сайте Гидрометцентра России. Вот она ссылка. Ссылку на эту статью я оставлю под видео. Кому интересно, можете перейти, тоже посмотреть. И сейчас выезжайте на трассы, можете все это добавить в закладки. Лишним, я думаю, не будет. Вот на сайте гидрометцентра meteoinfo.ru/погода называется эта ссылка. Так, что здесь у нас? Здесь страна России, понятно. Область, вот здесь можно выбрать, какая вам необходима. То есть, куда вы планируете ехать или какая-то область, которая по пути у вас будет на дороге. Давайте, к примеру, выберем опять, ну, не знаю, вот давайте Самарскую область выберем. Так, вот показывает сейчас погода в Самаре. 9 февраля, час, то есть, ну, здесь чуть с опозданием идет, то есть 2 часа назад обновление последнее было. Опять-таки атмосферное давление, температура воздуха минус 17, то есть в Самаре теплее сейчас, чем у нас. Влажность, направление ветра, скорость ветра, облачность и горизонтальная видимость. То есть даже видимость, вот это, кстати, полезная информация для водителей. 10 километров, то есть получается очень хорошая видимость, ничего не мешает движению. Соответственно, здесь можете выбрать интересующие вас регионы и точно так же в режиме онлайн посмотреть, какая там сейчас погода. Вот такая вот информация. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, эта информация вам пригодится. Все, ребята, всем безопасных дорог. Берегите себя.